Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас с вами обзор на пельмени «Отрадные дары». Пельмени русские, без сои, 750 грамм. Стоили 140 рублей. Так, давайте посмотрим с этой стороны состав. Я вижу, что большой довольно. Так, кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Если, конечно, видно. Мука пшеничная, говядина, свинина, лук, репчатая, вода. Вода питьевая, яйца куриные, соль, поваренная пищевая, перец черный молотый. Все. То есть, кстати, довольно хороший состав. Приготовление на 1 литр. Так, 6-8 минут варить. 6-8 минут. А, годен довольно долго. Но они долго могут пролежать. Так, ну так выглядит пельмешка. Ну, видно, что ее делали аппаратом. И давайте их сварим и посмотрим, попробуем их на вкус, насколько же они вкусные. Так, смотрите, такие пельмешки у нас получились, горяченькие. Мы, кстати, еще к ним сделали соус. Вот такой вот. Здесь сметанка 20%, чеснок тертый и укропчик, и соль чуть-чуть. Кстати, очень безумно вкусно. Так, ну давайте пельмешки наши посмотрим. Давайте сначала вот так посмотрим. Выглядят, кстати, они такие неровненькие, немножко такие корявенькие стали. Какие-то прям такие. Разрежем. Опа. Ну вот, мясо, смотрите. Подобие мяса есть, может, и даже и мясо. Хотя, в принципе, состав довольно хороший, поэтому я думаю, что там должно быть мясо. Хотя видна там жилочка. Конечно, жилочка, наверное, обязательно будет присутствовать. Ну, давайте с вами попробуем их. Кстати, они очень довольно вкусные. Да. Мясо вкусное прям такое. Знаете, мне даже напоминают, они домашние. Предыдущий вот мы с вами делали обзор пельменей, как-то не очень они мне. Хотя те были немножко подороже этих. Не знаю, может, на эти скидка была просто. Но они вкусные. Единственное, тесто. Тише. Они реально действительно такие вкусные, похожи на домашние. Единственное, вот только тесто, оно жесткое. Особенно вот тут вот эти вот ободочки, вот. Они прям вот реально жесткие. Хотя варила я почти даже не 6 минут, а 7 минут. Немножечко подольше. Хорошо кипели они. Но жестковатое тесто. А вот само тесто, ой, само, вернее, мясо реально вот прям вкусно. Обалденно. Мне понравились. Вкусные. Все-таки, чтобы знать точно, насколько они вкусные. А то, может, один такой даже достался. Пробуем. Слушайте, обалденно вкусно. Прям реально вкусно. Такое мясо там, как домашняя какая-то. Если бы они назывались просто домашние, я бы поверила. Прям мясо такое хорошее, знаете, как будто прям домашний фарш. Но вот тесто все портит. Если производитель увидит это видео, я надеюсь, то, что вы немножечко тесто поменяете, потому что реально оно жесткое. То ли оно толстое, то ли оно какое-то там, не пойму, никакое. Очень вкусно. Мне понравилось. Будем, наверное, брать эти пельмени. Мне что-то, честно говоря, вспоминается, что кто-то мне говорил, что они реально вкусные. Вот такой был у нас с вами обзор. Пишите свои отзывы, если вы пробовали эти пельмени. Также можете в комментариях написать, какие пельмени вы хотите, чтобы я сделала обзор, название пельменей. И чтобы они у нас продавались в России обязательно. Также напишите в комментариях, в каких городах вы видели конкретно эти пельмени в продаже. И также смотрите другие ролики, другие обзоры на пельмени, на шоколадки, на консервы, там всего куча интересного. Также обзоры на технику, влоги, живопись и всего-всего, там много всего интересного. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте обязательно лайки. Пишите комментарии. И всем пока-пока.